С приходом аномальных морозов в Иркутской области отметили исторический максимум потребления электроэнергии. 10 декабря он составил почти 10 тысяч мегаватт. Как обеспечивающие службы будут организовывать работу в период низких температур, обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Приангарья. Его провел глава региона Игорь Кобзев. В Приангарье аномальные морозы. В северных районах температура воздуха опускается до 50 и ниже. И холода продержится еще минимум до конца недели, отмечают синоптики. Накануне губернатор Игорь Кобзев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Глава региона призвал коммунальщиков обеспечить бесперебойное электроснабжение социально важных объектов. Детские сады, школы, поликлиники и больницы должны быть обеспечены необходимым запасом топлива. Можно встретить случаи, когда люди при отключении тепла или электричества не могут дозвониться до управляющих или сетевых компаний, а даже до органов власти. Вынужден констатировать, что мы сталкиваемся с недопустимой ситуацией, когда в выходные дни резко увеличивается время ответа на обращение или ответы не приходят вообще. Вы знаете, что моим указом мы ввели режим повышенной готовности. Поэтому тех, кто отвечает за ситуацию жилищно-коммунального хозяйства, вообще как ресурсоснабжающие организации, муниципальное образование, все должны понимать, что для них выходных нет. Глава региона отметил, что из-за морозов увеличилось количество коммунальных аварий. Одна из них произошла в Тулуне, на местной котельной. Жители жалуются на низкие температуры в домах. Сейчас в городе введен режим повышенной готовности. Школы находятся на дистанционном обучении, а ремонтно-восстановительные работы на котельной продолжаются. Такие вещи недопустимы. Сейчас необходимо в кратчайшие сроки принять меры по организации подачи тепла в жилые дома и социальные учреждения. А уже потом будем решать вопрос по привлечению к ответственности виновных должностных лиц. Те, кто не подготовил к морозам важные объекты коммунальной инфраструктуры, должны ответить за бездействие. Губернатор Приангарья обратил внимание на то, что регион бьет рекорды по потреблению электричества. 11 декабря уровень электрозатрат составил около 10 тысяч мегаватт, что на 5% больше пика прошлогоднего осенне-зимнего периода. Связывают это с использованием обогревателей и других нагревательных устройств в жилых домах и квартирах. Все профильные ведомства и ответственные службы должны быть готовы к возможным аварийным ситуациям. Мария Константинова, Оксана Крикунова. Местное время.